Боссы даже ни разу ультануть не смогли. Какой же ты топчик, а? Очередной квест, в котором нас ждут Квинт, Ульмер и Бальтазар. Здоровье у каждого из боссов по 4051 хп. Как обычно, покажу вам только интересную часть на боссах. Смысл показывать, как я 5 минут дрючил мобов, согласитесь. Квест из трех введенных на данный момент самый простой. Опять-таки, это, конечно, зависит от количества героев тех или иных у вас в составе. На случай тех, у кого есть звезда в лице Протея, я на 100% уверен, что данный квест они пройдут также без особых проблем. В целом, пишите как обычно, какой подборке героев вы прошли или не смогли пройти этот квест. А на этом я с вами прощаюсь до вечера, где наконец-таки выпущу информацию по классу друид. Дальше интереснее, всем пока. А пока на заднем фоне боссы продолжают помирать без возможности что-либо сделать, я хотел бы обратиться к вам, моя уважаемая аудитория. У всех порой случаются неприятности, которые невозможно решить без денег. Порой эти ситуации очень жестокие по расценкам, но не в данной ситуации. Ко мне обратился человек с просьбой помочь. Пройти мимо я не смог. У 6-месячной дочери Дианы при проведении КТ брюшной полости обнаружили большое новообразование. Я, если честно, в терминах медицины не силен, но понимаю, что для ребенка любая подобная болезнь – это серьезно. Но Черкассе матери помочь не могут, в связи с тем, что визу не смогли продлить из-за преждевременных родов. В общем, нужно собрать порядка 30 тысяч рубасов на то, чтобы мать с дочкой уехали к себе на родину и сделали все как нужно. Возможности достать эту сумму просто нет. Поэтому, кому не жалко и кто в душе добряк, все реквизиты для помощи я оставлю в описании к видео. Я уверен, что есть среди вас такие люди. Даже 50-100 рублей от каждого уже бы помогли. Я не заставляю, но дальше все в ваших руках, как обычно. Nigga wanna see me fall, Stephen Curry how I ball. Gucci garments and a white three on my body. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her.